летят мои самолеты, если ты не со мной. Певица из Барнаула Юлия Колер в числе молодых исполнителей открывает праздник и сразу задает настроение на весь уникальный фестивальный день. Главная сцена фестиваля «Шум Катуни» – основная точка притяжения зрителей. Яркие дебюты, громкие выступления тех, кого публика любит и ждет. Этим летом Катун шумит особенно громко и музыкально. Фестиваль организован Туристским информационным центром при поддержке Регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Алтайский край – это земля талантливых людей. Талантливых людей, которые уже чего-то достигли, талантливых людей, которые сейчас находятся только на старте своего пути. Поэтому, конечно, все это связано с туризмом, и сама площадка, и идея мероприятия связана с тем, что мы хотим как можно больше людей привлечь сюда, рассказать про Алтайский край, про возможности путешествий здесь. В этот раз рассказать путем музыки, путем каких-то креативных историй. А креативных историй на фестивале было предостаточно. Например, отдельный шатер с караоке для исполнителей и любителей и тех, кто уверен в своих вокальных способностях. Открытые мастер-классы, арт-пространство, игровые зоны для детей и взрослых, танцевальные флешмобы, ярмарка от алтайских ремесленников, фермерские угощения и уличный фастфуд. А еще экскурсия к достопримечательностям бирюзовой Катуни, пленэр художников, шоу с национальным колоритом и впечатляющий фолк. От задумки до исполнения – фестиваль, который готовился 3 месяца, продуман до мелочей. У нас все меры по безопасности соблюдены, у нас все службы находятся на местах, у нас работают более 20 волонтеров, которые обеспечивают бесперебойную работу площадок. У нас в концертной программе приняло очень большое количество музыкантов, это порядка 50 человек. У нас получилась очень насыщенная, яркая программа, и вот сегодня нам погода благоволит, самое главное, поэтому, и, видимо, есть такой отклик у людей. Гости из Москвы, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов страны. Поймать музыкальную волну фестиваля и зарядиться энергией летней алтайской природы приехали 15 тысяч человек. Горы, Катунь и масса впечатлений. Настроение отличное, все прекрасно, прекрасное мероприятие. Посмотреть артистов и, в принципе, саму организацию. Очень вкусный бургер поели, вообще класс. Ну, музыка мне вообще... Музыка всегда, forever. Ну здорово, хорошее место, красивые люди, замечательно все. Но главное событие фестиваля все же музыка. Инструментал, фолк, рок, инди. 12 часов выступлений под открытым небом. Особое внимание особым гостям. Иван Чебанов, которого называют амбассадором гитарной лирики, исполнил свои лучшие композиции. Не вслед не говори о полости. Сегодняшняя ночь, последняя глава разломанной любви. Пускай за окнами новый мой мир. Пускай я снова останусь среди. Ты верни, что все так вышло. Под винишком сносит крышу. Пускай. С ликованием зрители встретили и инди-группу «Сироткин». Артисты срывали бурные овации. Самых высоких даже не видно, даже не слышно. Хедлайнером фестиваля стала барнаульская группа «Комната культуры», прославившаяся далеко за пределами региона. Их выступление стало красочным финальным аккордом первого на Алтае фестиваля музыки «Шум Катуни». Черные тени от света замкнутой стены.